Привет всем, ребятки. Вот человек обратился ко мне для реставрации лучков своих. Прислал. Сейчас посмотрим. Что тут можно сделать? Да, такие услуги тоже есть по реставрации. Изделий. Саня, тебе привет отдельный. Сейчас погодим. Три штуки. Вот такие маленькие. Совсем маленькие. Совсем маленькие. Так. Ну, это понятно. Сторожок. Да, конечно, тут сетка под замену. Пружинки нормальные вроде. Как бы. Сторожок самый простой, понятное дело. Усики. Все классно. Ох, как прыгает. Не, пружинки хорошие. Не спорю. Но сеточку надо поменять. Ячейка уже поползла тут. Этот нормальный. Здесь. Что здесь? Здесь все то же самое, да? Да. Сетка ни о чем. Ну, хотя ловить-то она будет. Но человек захотел обновить все это дело. Ну, обновим, а что же делать? Сторожок все то же самое. То же самое. Да. Сетку под замену, пружины хорошие. Я не спорю. Все пропаяно, проклепано. Довольно-таки неплохо сделано. Еще, наверное, каким-нибудь дедушкой. Высота тут 20 сантиметров, по ширине 40, ну и получается площадь покрытия 40, ну да, плюс-минус. Так, это тоже нормальный, сетку заменить. Здесь что, запутано, конечно, все, кирдык. Сетка вся на дырках, но пружины будут жить еще вечно, я так понимаю. Пружинки витые, видимо, сами навивались. Все шикарно. Подровняем его. Ну, сторожок, понятно, мышеловка. Обычная мышеловка. Ничего тут такого нету.
Все классно. Вот так сделана трубочка. В трубочке дырочка. И туда на усики надевается мотыль, хотел сказать, мучник. И вот здесь принцип мышеловки. Заправляем в отверстие усик этот. И как бы все. Клац. Здесь тоже пружина хорошая. Больше я ничего не могу сказать. Единственное, что, конечно, я делаю вот здесь. Здесь как бы посредине сторожок, да, наживка. Практически посредине лучка. Я делаю ближе сюда, к этой дуге. Ну и они у меня, конечно, побольше. Вот. У меня чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть. У меня побольше они. Тут 50. Высота тут 25, соответственно. И сторожок у меня еще проще. Просто вот такая петелька, тут скоба. На палочке булавка, на которую одеваем мучника. И взводится он, настораживается. Еще проще. О, Славка запела. Подает голос. Взводится он вот так. Крючочком цепляем за вот эту скобу боевую, и все. Как только он сам соскакивает. Ну, это я придавил, конечно. Как только клюнуло, клац, и все. И птица, получается, сидит. Ну, сетка, понятно, все это убирается, прячется. Птица, получается, сидит ближе к ближе, глубже сюда, к этой дуге. То есть в этих лучках она сидит практически посередине, да, потому что вот сторожок. Когда она к нему подходит, вот сторожок. Может успеть выпорхнуть. Ну, хотя с такими пружинами, я думаю, практически нереально. Вот. Я делаю сюда поближе. Она не посередке, а ближе к боевой дуге. И как только она клац, все это дело накрывается. И ловится птица. Такая мотня. Вот такие пироги. Ну, а эти переделаем, сделаем. Сторожок уже не буду менять, а вот сеточку, да, сеточка тут такая уже, он вязаная, перевязанная, видно, дырки были, и вот дырки. Вот, так что надо как бы человеку сделать, помочь. А так, в принципе, неплохо сделано. Вот пружины пропаяны. Здесь связка пропаяна.
Чем паяли, непонятно. Но еще видно тех времен. Довольно-таки добротно сделаны. Ну, чуть-чуть кривоватые тут. Это мы выровняем. Буду заниматься, как закончу, покажу, что получилось. Молоденькая горехвостка. Еще птенчик. Рот желтенький. Хотя, может, и нет. Это самочка. Самочка. Перышки круглые на концах. И хвост. Да, это самка старая. Ну вот, лучки работают. Саня, тебе привет. Выпускаем. Хе-хе.